На улице Радищева начался ремонт дорожного полотна. Пока рабочие уложили почти 100 метров нижнего слоя асфальта, недалеко от остановки улицы Тухачевского. Укладку первого слоя обещают закончить за несколько недель. После этого дорожники положат еще один слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Вместе с проезжей частью ремонтируют и трамвайные пути. По плану уровень межрельсовых путей и дороги должен быть одинаковым. Общая толщина полотна составит 18 сантиметров. Сегодня проходим вот эти вот между рельсов двойным черновым асфальтом для того, чтобы уже потом, как мы пройдем до конца, сделать чистовую. Я думаю, что где-то число к 10-15 августа данные работы будут завершены. Сделано это для того, чтобы рельсы не поднимались и не было деформации дорожного полотна. После завершения ремонта межрельсового пространства начнется замена дорожного полотна проезжей части и обустройство ливневых колодцев. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.